Всем привет, с вами Лего Стайл. Извините, что вчера не было обзора, но сегодня я придумал новую рубрику. А заключается она в том, что у меня есть 20 деталек Лего, из которых я должен собрать что-то похожее на то, что я вам скажу перед началом сборки. Если это будет похоже, надо вам сказать в комментариях, типа, если будет 3 комментария похоже, значит это похоже. Если 3 комментария не похоже, то это не похоже. Если 6 комментариев, 3 не похоже и 3 похоже, то тогда равно. Вот, как-то так. Ну, начнем. Может быть, вы еще не полностью поняли, как это работает. Ну вот, ящик с Лего у меня здесь есть, сейчас покажу. Вы, надеюсь, знаете, вот эти, может, новые подписчики не знают, но старые-то знают, мои старенькие, добренькие лего-ящики зеленые. Вот, значит, отсюда, приват, чтобы было все честно, отсюда я достаю любые детальки, выбираю быстро, точнее, даже не выбираю, должен так раз, два, быстро, три, я даже не смотрю, ребят, 4, 5, 6, 7. Сейчас вытащим. Так, уже 7 деталей у нас есть. То есть вы видите, то, что я не выборочно это делаю. Сейчас, секунду. То, что я делаю это не выборочно. Вы поняли, как я это делаю. Я думаю, постоянно я при вас это делать не буду. Потому что это слишком как-то. Вот у меня тут запутался, я его не буду брать. Вот, что у нас есть? 7 деталек. Кто-то может сказать, что это нечестно, то, что я все-таки выбираю, но вы видели, как я быстро брал. Так, засеките, то есть, как бы я, если бы я выбирал, я бы быстрее делал. Так, на сколько сейчас? Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. В следующий раз я не буду снимать это на камеру, а сразу уже детальки отложу. Так, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, это как 3 детальки, 18, 19 и последняя, сейчас 20, вот. Собственно говоря, вот это в следующий раз. Я не буду снимать, как я беру детали, просто для того, чтобы вы поняли, что к чему, какая-то рубрика и вообще. Теперь мне нужно из этого всего что-то собрать. Сейчас я скажу, что я хочу сделать сначала. Какой-нибудь летающий корабль. Вот, сейчас я поставлю на паузу видео, соберу это. Или нет, я кое-что даже сделаю. Сейчас я соберу это и покажу вам. Чудо, это магия. Теперь, да, так можно делать в iMove. Собирать так быстро. Теперь так всегда буду делать. В общем, эту деталь я даже не использовал. Ну, давайте я так ее сделаю. Ну, не знаю, нафига я сказал вам то, что это будет корабль. Этот воздушный, ой, блин, это же фигня, это вообще не похоже. Да, я знаю, что вы напишите, что это не похоже, но поверьте мне, это было довольно сложно собрать что-то такое похожее на корабль. Это я пытался сделать как корпус, это как крыло, но я знаю, что нифига не похоже. Да, вообще нифига не похоже, не знаю, ребят. Даже можете мне не говорить это, хотя вы должны написать. И в следующей такой вот рубрике я скажу, похоже был первый или не похоже. Вот. Сюда магии и уже ничего нету. Значит, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на лайв-канал. Я говорю вам, подписывайтесь на лайв-канал. Почти 600 подписчиков, и это классно. Ставьте лайки, пишите, похоже или не похоже. Все, всем пока. С вами был Лего Стайл и новая рубрика. До встречи!